Операция Детокс карта. Сейчас на куриную ферму побежим. Так, и так, кто у нас сидит в игре? Компанейра, Супер Рэмбо. Те же самая группировка. Да, та же самая группировка. Банда не изменилась, как говорится. Потом еще Ринцуха, наверное, подойдет. Наверное, сейчас будет шибать очки сразу. Take this, you matelo, moyet! Чарли. Все формирования и все боеприпасы. Блять, она его как на спине у него вижу. Да и он как по железяге. Окей. Так, окей, окей. Тебя несет, зараза! Боком, нет, все-таки убил. Ну тут можно на этих козлах враги нашивать. Блять, лента, 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 лента. Оп. Оп. Ну, козел. Каракас! Компанейра орёт. Каракас! Каракарум, еще бы заорал. Еще было бы классно. Роджер! Роча! Окей. Тут у них фражное место такое. Только пеху взяли. Копидат. Окей. Зараза. Так, так, так. Блядская лента. Окей. Давай, давай, вались. Да все, надо валить. А лучше туда. Я все завалило. Не смог никуда-то бежать. Чтобы и припасы к концу подходили. Бляха, что и говорят. Разрывными хватит. Где-то долбанный снайпер сидит. О, Макс зашел. Макс. Макс. Блять, ты сука как ходит. Давай, давай, давай. Так, уже их долбанули. Подожди.
готово. Там кто? Готов. Так. Так. Где-то необнаруженный вещь там снайпер, блять. Вот, конечно. Ёб твою мать, снайпер убил. Бежать, а то враги. Долбаный снайпер. Вали, теряешь фраги. Промедлил. Блять, завалило. Все вроде лежал, как нужно. Готов. Там они постоянно возникают. Там, блядь, этот снайпер. Где-то он где-то на дереве, наверное, сидит. Я вот так и не понял, где он находится. Прошел много раз по карту. Но пока не ясно. Надо обходить. Они там все валят. Снайпер их валит. Он не обнаружен. Блять, козел, сбиваешь очки. Прилично, тем более. Беттер где-то. Попытаться пробежать. Блять, сука. Надо бить. О, блин, что гады делают. Положили. Положили.
как-то. Блять. Да. Многовато у вас, гады. Нормально. Что-то таких так много, блин. Какими-то волнами выскакивают. Да блять! Сука, валят. Блять! Круто. Он... Сколько... Блять, сразу снял. Да, классно. Ты не смог, чё? Блять, снайпер пристрелил. Снайпер так тут не обнаружен. Что, они внутри зачистили, нет? Да, внутри. Тут все вроде зачистили. Потом бомбандил зашел. Следующая линия.
дом. Так, побежали. Нормально. Компанейра вырубился, к сожалению. Танк, ХЗГ. Нормально. Блять, убила, сука. Как херово-то. Берег! Наверное, вылечат, может быть. Блять! Небольшого облома. Тут сейчас надо аккуратно. Вот гады. Классно. Тут дофига. Все. Круто. Так, нормуль. Ну теперь побежали быстро чистить. Сколько чуваков-то? Охренеть. Все, всех положил одним махом. Как говорится. Блять, там, конечно, много фрагов потеряно. О, блять! Ну как это футбольный мяч футболит? Так, ну вперед, дочищать. А нет там никого. Так. Take this, you matelo moyet! Get out! Get out! Bring it on! Народу точно много. Так. Так, ну еще дальше. Том-бом. А Томми вырубился.
Том что-то ненадолго. Хватает Тома. Так. Еще и вертухи будут. А что дальше-то? Чего они там не нашли? Copy that. А вот не нашли одну, да. Мудак, зачем он это сделал-то? Это же для нас поставлено. Долбоёб. Понятно, что они там не нашли одни. Что-то не доделал наш, блин, было непонятно. Что дальше? Вроде бы он нашел эту комнату. А конечно было сбегать самого. Нет, сейчас все подорвет, уже положил. Все. Я сейчас будем брать. Все готово. Вот сразу вперед. Удастся или нет, пожалуйста. Все, капец. Я не удалось, он бензобак, кстати, стоит. Открыто. Да ни хера там не вон, там БТР уже едет. Атака массовая. Полный грузовик приехал.
расстрелял все боеприпасы. А он БТР идет. Все, капец. Бородометчики. Не, вернее, стингеристы. Никогда стингеристы. Как были ивисты, ижисты, бананисты. Стингеристы. КПшку взять. Стингерист хороший парень на компании, не мой. Сот метров, второй пост. Там-то бегает до хера. Вот КПшка в той руине. Медленно едет, конечно. Сейчас, может быть, возьмем. Будем пытаться. Вертушечка, все, все. Все, все, все. Давай-ка подобьем эту заразу. Так, хорошо. Может быть, взять тачку, прокачку. И сразу попытаться туда прорвать. Конечно, по-наглому. Попробуем. Козлы, козлы, что делают? Да. Ожесточенная атака. Траве сидел кузнечик. Зловещее. Зловещий стих получается. Кузнечик — это козел. Козел в зеленой камуфляге. В траве сидел кузнечик. Боевик. Так, ну чё, проехали? Так.
давай, запрыгни. Пулемет огрызается. Давай-ка сюда. Нормаль. Нормаль. Маловато здоровья. Боеприпасов дай. Мало. Так, а сюда меч. Все, капец. Хелп, хелп, хелп. Что-то этот подает помощи. Так. О, козлы. Козлы. Массированные атаки. Да, тут долго не проживет. Козлы бегут, не разбирая дороги. Видите? Блин. Ну, блять, опять соскочу. Блять, убила. Да, пизда. Опять не получилось. Так, ну-ка. Бежать, по-моему. Не глубоко, кстати. Этих тут как козлов, как муравьев. А, ой, я вспомнил. Там же наверху ловушка. Конечно, ты удивляешься, что снимают. Не пройдешь ни хера.
знаешь. Тут не убили. Тогда они тут наверху, зараза, стоят. Сука, блин. Я сниму. Давай. Все окей. Будь аккуратен. Там где-то пулемет долбой. Блять. Писари нету. Окей. Наверное, у меня до хера фрагов. Пока не показывает что-то счет. Я, может, не замечал. Вот зараза. Секунду руку нельзя. Тонны. Ну, там вертолет раз... Ну, это битый. Надо зачистить фирму. Фирму. Куриную фирму. Ферму. Все, грохнуло. Там бьет пулемет сверху. Грузовик приехал. Это все наше. Так, давай-ка аккуратненько. Окей, окей, окей. Дела обстоит нормально. Да. Ну, блять, ушел. Собрался далеко. Они уже не защищают. Сейчас давай-ка сбегайся. Вот это стрелили. Не везон. Дай-ка туда гранату. Винсуха зашла. Сука, к шапочному разбору тут. Поспела. Все, все формирования уничтожены. Сейчас барона будем экшкардировать. Все, вот барон. Ну давай, гад. На выход с вещами, на выход.
Да. Пышка где-то рядом. Горит грузовик. Эта вертушка уж явно никуда не полетит. Да. Эпично. Идем в вертолет. Только это и осталось. О, кулькейт зашел. Кулькейтик. Так, открыл. Да хрена. Блять, вертолет. Ой. Застрелил. Что, капец. Ну все, давай вертолет. Вон сколько их, блин. Целая орава. Сниматься же они не хотят. Играй сейчас, что останешься. Работа,
одного все-таки убила. Ну что, на, как говорится, считаем очки. О! Ну, конечно, отрыв охеренный, как обычно. Они фактически опушены. Джон набирает 1629 очков, 259 фрагов. Супер 63, 507 и 81. Баскиллер на 502 и 73. Рэмбо 6, 499 и 72. Макс 270 и 40. Ринсу 229 и Кулкейт 15 и 2. В общем, сделали из них петухов на петушьей ферме.